Галина Павлюк, представительница династии художников, достойно продолжает дело своей семьи. На открывшейся выставке живописец представила 26 работ, разных по времени написания и не связанных тематически. По словам автора, главной задачей было подарить гостям кусочек солнечного настроения. Захотелось в наше там холодное время внести немножечко солнца, там, радости, хорошего настроения, чтобы люди приходили сюда и улыбались. Наконец-то у нас так срослась эта выставка, благодарна интеллектуальному форуму, что они пришли и поздравили. Пейзажи, натюрморты, портреты – вот составляющие творчества Павлюк. Сочная живопись, многообразие цветовой палитры отличают кисть художницы, отмечают специалисты. Я была настолько вражена, что ще такое яскравое и такое позитива такого, я ще у цих стінах, принаймні, я ще не бачила. Любой нормальный человек мечтает, чтобы картина, висевшая у него в доме, давала частичку природы, рая, мечту воплощала. И когда это сделала так талантливо, вот Галочка умеет это сделать. Не оставили равнодушными яркие полотна и гостей выставки. Чудесная выставка, солнечная картина. В осеннюю погоду так хочется солнца. И мы его получаем на этой выставке. Выставка будет работать до 16 ноября в картинной галерее «Муза».